холодная азовская водичка. Я думаю, что скоро это море станет российским внутренним морем. Там за нами сейчас Мариуполь, там идут серьезные бои. Стреляют грады, стреляют достаточно серьезными калибрами, пушки. Не слышно, ветер отсюда идет, и микрофон не улавливает эти звуки, но ухо, до уха они доносятся очень отчетливо. Там идут серьезные бои. За 8 лет создали серьезные бетонные укрепления, несколько эшелонов. Это и блиндажи, и окопы сверху залитые бетоном, опять же. А в бетон вкладывалась арматура, которая для шахтных креплений используется. Это арматура кратно крепче обычной арматуры. Сейчас эти укрепления проламывают. Я думаю, что скоро картина изменится. А над нами, не знаю, слышно, не слышно, летают самолеты. Это небо их не видело и не слышал уже 8 лет. Необычная картина для этих мест. Все меняется, меняется на глазах. Скоро все изменится окончательно. Спасибо.